Так, ну что, сливаем? Так, со следующей. Ой. Что-то не получается у меня полет. В чем дело? А, ребята, всем привет! Сегодня день Ромео снова с вами. И вы не представляете, где я опять. Ну что, готовы? На этот раз у меня все получится. Я опять в гараже, в ремонтном гараже щенячьего патруля. И сейчас я что-то придумаю. Я больше не буду красть инструменты. Я придумал план получше. Так. Какая тяжелая. Ну что? Я просто сейчас напакостю им. Солью весь ихний бензин с их машин. Ха-ха. Это просто здоровский план. Солью весь бензин с их машин. Вот это да. Когда поступит вызов, и щенячьему патрулю нужно будет спасать кого-то. Они сядут в свои машинки, а они не заведутся. Это гениально. Лучшая идея. Но сейчас-то точно все получится. Так, ну что, сливаем. Так, со следующей. Отлично, у меня все получается. Следующая машина. И с этого самолетика Sky тоже нужно слить. И с этой машины крепыша тоже нужно слить. Ах, то вечно он бежит и всех спасает. Так, сливаем. Ну и маршал тоже. Ха-ха, все готово. Мой план в действии, он работает. Эх, ну что? Так, умываем ручки. Скоро придет щенячий патруль. У, щенки, нас вызывает райдер, поэтому... По машинам! Вперед! Оу! Ну что, щенки, поехали! А почему мы не едем? Небо зовет в полет! Ой! Что-то не получается у меня полет! В чем дело? И у меня не получается! Крепыш, что у тебя? Я тоже не могу завестись! И я не могу! Ой, моя лодочка совсем не едет. Села на мель, похоже. В чем же дело? Так у нас кончился бензин. Как так? У меня нет бензина. И у меня нет. Ничего себе, у меня тоже нет. Как так? Непонятно. Да уж, щенки, как же так? Были полные баки. Фермеру Эллу так нужна наша помощь. Но ничего, давайте-ка все быстренько заправим. Ой, я так хочу пить. И я хочу. Давайте вы пока попьете водички, а я здесь быстренько все заправлю. Ой, хотя я тоже бы не отказался попить водички. Все на водопой, щенки. Ага, эти щенки, глупые собачки, опять бросили свои машины, а я тут как тут. Так, ну сейчас, чтобы мне придумать. О, инструменты. Сейчас я чуть-чуть подшаманю ихние машины. Отличная идея, и они точно никуда не уедут. Ха-ха, ну что, самое время что-то сломать. Отлично получается. Эй, это же Ромео, ты что здесь делаешь? Ай, отстань, отстань, щенек. Ух, надо убегать, убегать. А ну стой, стой, Ромео. Ох, не поймайте меня. На. Вот это да, какой недружелюбный этот Ромео. Что случилось, Зума? Что случилось, Зума, рассказывай. Это все Ромео опять натворил. Это он здесь был.
и хотел сломать наши машины. Ничего себе! Зря меня не было. Все в порядке, успокойтесь, щенки. Самое главное, что Ромео ушел и не успел ничего сломать. Да, это правда. Все обошлось. А сейчас, щенки, очень нужна помощь фермеру Эллу. Поэтому давайте быстрее садимся по машинам и выезжаем на вызов. Фермер Эл, держись. А вы, ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И обязательно напишите, как же нам поймать этого злодея Ромео.